Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Здесь есть все, что вы ищете о знаменитых турках. Джан Яман – одно из самых обсуждаемых имен в мире турецкого телевидения. Однако в последние дни примечательные заявления его семьи нашли широкое освещение в СМИ. Мать Джана Ямана, Гюльдем Яман, искренне призналась в личной жизни сына. Вот заявление Гюльдема Ямана и развитие событий. Гюльдем Яман на пресс-конференции сделала смелое заявление о личной жизни сына. Популярность Джана Ямана и широкое освещение в средствах массовой информации заставляли его семью часто выходить на передний план. После недавних заявлений сына о его планах женитьбы госпожа Гюльдем предстала перед прессой и сделала важное признание. На встрече Гюльдем Яман поделилась своими мыслями о процессе бракосочетания сына. «Я всегда любила и поддерживала своего сына Джана. Однако грустно видеть, что некоторые вещи о нем в последнее время неправильно понимаются и освещаются в средствах массовой информации. Я думаю, что за решением Джана жениться на самом деле стоят одиночество и личный поиск, который он чувствует», — сказал он. Гюльдем Яман продолжил, «Решение моего сына жениться было сформировано только социальным давлением и его собственными внутренними потребностями. Он принял это решение только для себя, не спрашивая меня. Эта ситуация меня очень огорчает, потому что я всегда поддерживал Джана и хотел, чтобы он был счастливым. Однако я пытаюсь лучше понять его переживания и чувства по поводу брака. Надеюсь, что со временем все будет хорошо и Джан найдет жизнь, в которой он по-настоящему счастлив». Эти заявления вызвали большой резонанс как в СМИ, так и в социальных сетях. Поклонники Джан Яман пытались понять эмоциональное бремя слов Гюльдем Яман и трудности, с которыми она сталкивалась как родитель. В частности, искренние мысли госпожи Гюльдем по поводу решения ее сына о женитьбе многие оценили как эмоциональный и искренний подход. Эти заявления матери Джана Ямана раскрыли глубокие и сложные эмоции в отношениях. Еще раз стало ясно, насколько динамика внутри семьи и личные решения могут повлиять на жизнь каждого человека. Заявления Гюльдема Ямана подчеркнули, насколько важным и чувствительным был этот период в жизни Джана Ямана, и еще раз выявили сложность детско-родительских отношений. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.